несколько слов о комментаторах сегодняшнего матча. Работают для вас Георгий Черданцев и Константин Генич. Опыта у нас достаточно, так что надеемся не испортить этот матч. Очень большие ожидания от этого матча. Очень и очень нравится мне работать на этом стадионе. Думаю, не ошибусь, если скажу, что матч сегодня нас ждет что надо. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. А это стартовая расстановка гостевой команды. 5 защитников на поле. Но, судя по группе атаки, команда явно не останется без голевых моментов. Игра началась, смотрим. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Красную за такую игру он сейчас получить может. На самом деле для тренера команды это один из самых неприятных эпизодов. Все тактические задумки можно забыть. Да, и с тобой трудно не согласиться. Я думаю, у него на такой случай наверняка есть какие-то подстраховки, но ситуация действительно неожиданная и на самом деле неприятная. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Мощно он сыграл сейчас. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Есть время и пространство для навеса. Модест. Антони Модест. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило его собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Теряют они мяч. Марк Ут. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. И как он дальше мячом распорядится? Атака прервалась на подступах к штрафной. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Центр штрафной, мяч с углового летит. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Потерял он мяч, но кому он достанется?
Коноплянка. Отличный отбор, соперник остается без мяча. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Марк Ут. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Пас не получился точным. Мяч уходит за боковую.